Что ж, мы тогда переходим к вопросу о существовании и бытие Бога. И опять нам придется продвигаться достаточно быстро, потому что всю информацию вы можете прочитать в книге «Нет подобного Ему». Итак, взгляд Писания на существование Бога. Этот взгляд состоит в том, что существование допускается, оно не доказывается. И, конечно, мы понимаем, что это не исключает использование или ценность традиционных доказательств Бога. Это лишь показывает подход к Писанию, к существованию Бога, что библейские авторы не были слишком заинтересованы в том, чтобы представлять доказательства Божьего существования. Причем существование Бога предполагается как реальное существование за пределами разума. Бог — это не всего лишь какая-то концепция или представление ума. Он реально существует вне разума. И так далее. Свидетельство реальности Бога в Писании. И вот тексты Писания высвечены здесь на слайде. И я уверен, что вы прекрасно знаете эти тексты и можете вспомнить, что в них написано. Вот, к примеру, 2 глава послания к Филиппийцам. Там говорится об образе Божьем. И используется греческое слово «морфей». Морфе Теу, и говорится о Христе, как об образе Божьем. И комментаторы говорят о том, что упоминание здесь образа Божьего свидетельствует о том, или вернее ссылается на самую суть существования и природы. Филиппийцам 2:6 мы читаем, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть он оставил свое положение, уничижил себя самого. Текст послания к римлянам в 1 главе вы знаете. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». И вот остальные тексты, вы можете сами их прочитать, но каждый из этих текстов свидетельствует о том, что Бог реально существует. Это реальное существо. Но Писание также говорит о Боге, который действует. И в книге «Нет подобного Ему» вы можете прочитать тексты, которые об этом говорят, но, по сути, речь идет вот о чем. Мы видим, что Бог думает, мы видим, что Он принимает решения, мы видим, что Он ведет войну, что Он благословляет народ, мы видим, что Он дает водительство, и все это то, что мы ожидаем от того, кто божественен, и кто на самом деле является личностью. Но также надо сказать не только о том, что Бог реально существует вне нашего разума, но и задать вопрос, как можно охарактеризовать реальность Бога. Что по этому поводу можно сказать? Ну, во-первых, то, что Он существует, существует независимо от всего существующего. Вот мы говорили о самобытии, о том, что бытие Бога не личность, что Бог не взаимодействует с миром. И это противоречит тому, о чем говорит Писание. Он независимое существо, хотя при этом Он не просто еще одно существо, и уж, конечно, Он не сотворенное существо. И с другой стороны, Он совершенное существо. И это не означает, что у Него есть все положительные характеристики, которые только могут быть. Скорее, это означает, что у Него есть все положительные характеристики, которые ожидаются от Бога, которыми Бог должен обладать.
Он обладает знанием, причем всезнанием. Также у Него есть всемогущество. Он любящий, причем до бесконечности. Он справедлив и праведен. Но при этом мы не скажем, что Он самый высокий из всех существ во всем мире. Бог может оставаться совершенным Богом, не имея при этом никакого роста. Так как Он нематериален, то понятно, что мы не ожидаем, что у Него есть какой-то рост или вес. То есть имеются определенные характеристики, которые просто неприменимы к Богу. Но вот те, которые применимы по отношению к Нему, то вот здесь Он обладает ими бесконечной степень. Что ж, Он также необходимое существо. И мы уже с вами давали определение необходимости бытия Божьего. Это означает, что Он не может не существовать. Он сам причина своего существования, если можно так выразиться. Его существование не зависит ни от чего и ни от кого. Он просто не может перестать существовать. Вот это все характерно для необходимого существования, и Бог как раз и есть необходимое существо. Он также бесконечное существо. И мы должны ясно понимать, что это означает. Это означает, что у Бога нет ограничений. И это не означает, что необходимо применять понятие бесконечности ко всем Божьим атрибутам. Да, вполне понятно, когда мы говорим, что Бог любит бесконечно, что Его могущество бесконечно, что Его благость не имеет пределов. Но как вы понимаете, если я скажу, что Он бесконечно бестелесен? Получается, бессмыслица. И также бессмысленно, к примеру, будет говорить о том, что Он, скажем, бесконечно необходим, или что Он бесконечно неуязвим. Может, в этом и можно найти какой-то смысл, что ничто из того, что в Нем есть, может меняться. И также бессмысленно будет говорить о том, что Он бесконечно прост. И под простотой мы здесь понимаем отсутствие каких-либо составных частей. И поэтому трудно понять, что имеется в виду, когда говорится о бесконечном отсутствии составных частей. И вот вы понимаете, что некоторые из этих атрибутов, которые есть у Бога, при добавлении понятия бесконечности теряют смысл. Но все-таки в тех случаях, когда есть смысл говорить о бесконечности, то мы говорим, что Бог обладает этими атрибутами бесконечной степени. Мы также можем говорить о том, что Бог есть Дух. И есть много библейских текстов, скажем, в Евангелии от Иоанна, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». И это не единственный текст, из которого мы узнаем, что Бог есть Дух. И на страницах своей книги «Нет подобного Ему» я показал, как строится аргумент на основании текстов Священного Писания о том, что Бог есть Дух. И дело не просто в том, что Он Дух плюс тело. Нет, Бог есть Дух целиком. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Итак, если Бог есть Дух, то какие выводы можно из этого сделать? И это мы с вами сейчас и разберем. Раз Он Дух, то значит Он нематериален.
Но что же еще мы можем сказать о нем? Мы можем сказать, что он мыслящее существо. Основное свойство нематериальной сущности заключается в том, что это мыслящее существо, наделенное сознанием. А основной характеристикой материального существа служит наличие размеров и ограничений. То есть есть физические размеры, определенная высота, ширина, и есть определенные ограничения. Вы можете видеть, где начинается компьютер этот, где заканчивается, а где находится стол, на котором он стоит, который тоже где-то начинается, а где-то заканчивается. Так что мы можем сказать, что Бог нематериален, и Он мыслящее существо. И, конечно, есть множество текстов, писаний, которые об этом говорят. Но Бог также невидим. Это также свойство Его нематериальности, то, что Он не может быть видим. Так что Писание изображает нам Бога невидимым. Также Бог бессмертный и нетленный. Все физическое, материальное может умирать, тлеть. Но то впечатление, которое мы получаем, когда читаем Писание, заключается в том, что нематериальные сущности не тлеют, не умирают, не изнашиваются. Он также живой. Это свойство характерно материальным сущностям, но также и нематериальную сущность можно назвать живой. И, насколько мы знаем, это применимо и к Богу. Что ж, некоторые люди также рассуждают таким образом. Если что-то является нематериальной сущностью, которую нельзя увидеть, то такая сущность также должна быть простой сущностью. В ней не должно быть составных частей. И если бы были составные части, невидимые, то как можно было бы их различить? Поэтому аргумент строится таким образом. Раз Бог невидим, то вполне естественно предположить, что Он также простой. То есть в своей природе, в своей сущности, у Него нет составных частей. Что ж, я поместил здесь знак вопроса, потому что на самом деле есть вопрос, обладает ли Бог вообще атрибутом божественной простоты или цельности? И если Он не обладает, если нет доказательств того, что Он обладает, то мы не можем сказать, что раз Бог есть Дух, то Он неизбежно и целостен или прост. Вот вы видите то, что мы изобразили здесь, на этом слайде. Здесь мы задаемся вопросом, если Бог нематериален, если Он Дух, то какими свойствами Он должен обладать? Что ж, принимая в виду природу нематериальной сущности, мы делаем вывод, что Бог мыслит, Он должен быть невидим, нетленен, жив, и затем ведется спор по поводу того, должен ли Он быть прост, целен. Что ж, далее мы можем кое-еще сказать относительно Божьей природы. А именно то, что реальность Его существования такова, что Он есть Личность. И в своей книге «Нет подобного Ему» я привожу такой аргумент. На самом деле, говорить о Боге как о Личности, это в какой-то степени двусмысленно. И вот почему, когда вы говорите, что Он ваш личный друг, то вы имеете в виду нечто иное, чем то, когда вы говорите «такой-то и такой-то, скажем, он личность, он не некое безличностное существо». Итак, о чем же я? Есть несколько различий, на которые мы хотим указать. Когда вы говорите о том, что кто-то есть личность, вы говорите о том, обладает ли он сознанием,
и самоопределение. Является ли он тем существом, который осознает самого себя, способен принимать решения, способен взаимодействовать с другими? Вот именно это мы имеем в виду, когда говорим, что кто-то есть личность. Но с другой стороны, когда мы используем термин «личный», то, быть может, мы и задаемся вопросом, имеем ли мы дело с личностью или нет. Но обычно, когда мы используем термин «личный», то мы не задаемся вопросом, идет ли речь о личности или нет. Мы говорим о возможности взаимосвязи. Если способность строить взаимоотношения с другими людьми, взращивать эти взаимоотношения. И когда мы говорим, что кто-то является моим личным другом, то это не означает, что это друг личность или не личность. Это означает, что это кто-то, с кем у меня есть отношения. И вот что я предлагаю здесь, что о Боге мы можем сказать и так, и так. Он на самом деле личность, он не безличностен, он обладает такими качествами, как самопознание, самосознание, и он способен взаимодействовать с другими личностями. Но также мы можем сказать, что Он — личный Бог, имеющий взаимоотношения. Он не какой-то отстраненный, далекий, которого вы не можете достичь и который не достигает вас, который никак не вовлечен в нашу жизнь. И Писание учит и тому, что Бог — личность, и также, что Он — личный Бог. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.